Всем доброе утро. Время 7:30. Османчик, ты куда собрался? В отель. Куда? В отель. А что там делать? А где находится отель? Далеко. Как называется? Алания. Город Алания. Да, друзья, Османчик сегодня едет в путешествие в Аланию, в отель. Покажем вам отель. Вот, опять арендовали машинку в праздничные дни. Подороже. Снимаю в праздничные дни, выложу чуть попозже, времени нет. Давай, Осман, клади чемоданы и поехали. Мы приехали в наш отель. Отель называется Club Paradiso. Давай, задвигай. Доехали мы за 4 часа 45 минут с остановками. Очень крутые серпантины. Не ожидала, что будем ехать 30-40 километров в час. Ну, все, отдых начинается. Поехали. Покажу вам немножко номер наш. Это номер семейный в блоке Б, отдаленные блоки, самые высокие, нужно в горы немножко идти. Ну что, спорт, фитнес для нас только полезен. Да, очень много блоков, я насчитала где-то, не помню, 12-15 блоков. Вот такая мини-кухня, ну как полноценная кухня, правда, и ей пользоваться мы не будем. А здесь у нас гостиная, два кресла, телевизор. Кондиционер хоть и старый, но очень сильно дует холодным воздухом. Он один на всю квартиру, на весь апарт номер. Здесь у нас два спальных места. Тут расположились мы, девочки. Тут вот такой шкаф есть. Отель не новый, но тем не менее все очень чистенько, достойненько. Дальше мы плавно переходим комнату мальчиков. Тук-тук, никого нету. Ну, мы тут пока все раскладываемся. Сейчас пообедали и побежим дальше купаться. Осману уже не терпится. Вот такая большая спальня комната. Тут у нас будет спать Осман с дедом. Так, здесь у нас один балкон. Ага, здесь у нас... Еще даже не выходила, не смотрела, что там у нас с этим балконом. Вот такой большой балкон с видом на горы. Ну, плохо видно, сегодня дымка стоит, очень влажно. Вот, это у нас первый балкон. Балконы закрываем, потому что легко проникнуть в наш номер. Из этого окна тоже вид на горы, и вот такая елочка у нас растет. Мы уже проветрили комнату, наверное, закроем. Тут у нас выход на балкон. Сейчас выйду с парадного, с главного входа. Мама, что? Иду. Вот. Да, вот такой балкон большой. Такой большой балкон. Здесь у нас полноценный вот стулья, стол и вот такой у нас собственный бассейн на три блока. Всего три бассейна, там и детский есть. Территорию чуть позже покажем. Вот тоже выход с нашей спальной комнаты. Ванна, туалет тоже есть, один, правда, но ничего. Вот такой большая такая просторная ванная комната. Там вот у нас душевая. Вот себя еще показываю. Все чистенько, все аккуратненько. Так, закрываем эту дверь.
Ну что, побежали мы в бассейн. Ну вот, друзья, нам приходится топать. Вот с самого последнего блока, вот два желтых блока, вот идем, поворачиваемся. Территория очень большая. И отсюда у нас открывается великолепный вид на море. Видите, да, вдалеке море видно. Вот этим корпусам повезло больше, у них на море вид. Хотя я считаю, что вон там горы тоже видно. Я считаю, что у нас крайний блок, он не шумный. Вот смотрите здесь, как шумно. То есть днем не отдохнуть, ночью тут тоже, ну как бы, до 12 шумновато. А у нас Осман с дедом ложатся рано, в 9, полдесятого. Поэтому для нас это самое то. Видите, здесь есть кафе, закуски с пол первого до 4, то ли до 5. Ну, в общем, очень много пунктов приема пищи. Но мы сходили в основной ресторан. Питание неплохое, скажу. Видите, просто огромная территория. Мы идем... Тут три бассейна. Мы идем в бассейн, где есть специальная игровая детская... Водная игровая. Вот здесь бассейн. Один бассейн возле нас, попозже чуть покажу. Очень спокойно, там и бар есть, напитки. Сейчас мы спускаемся ко второму бассейну. И вот тут третий бассейн с аквапарком. Опа, все занято, лежаки все заняты. Найдем ли мы тут лежак? А полотенце где брать? А? Османчик бежит, не нарадуется. Все занято. Вот такой аквапарк. И вон для детей площадка большая. Вот крайняя вроде свободная. Вон там свободная есть. Вот так. Пойдем вот эти два подтащим. Это душ. Нравится? Вставай вот сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда вставай. Сейчас ведро обольется. Сейчас обольется. Иди давай. Сейчас, сейчас, жди. Приготовился? На старт. Внимание. Наливается. Все. Марш. О, идет, 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 идет. Мы искупались, приняли душ, накупался Осман скорее, мы просто лежали. А сейчас мы направляемся на ужин, посмотрим, что дадут на ужин. Вот Османчик. Осман, привет! 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 Как дела у тебя? Хорошо. Хорошо? Ты куда собрался такой красивый? На ужин, да? На ужин, а потом? Мини-клуб. Вот, заодно попутно буду показывать, что здесь есть. Может, кому-то интересно будет. Не назвала вроде. А нет, назвала клуб
Парадисо. Даже здесь номера есть. Видишь, гуляры возле ресторана. Ужасно, да? Запахи все эти. Идем на ужин, дальше идем на мини-диско и на вечернее шоу. Посмотрим, что есть на улице. Есть еще внутри что-то жарят. Вон какие коктейльчики красивые делают. А, шашлык пшерген нормальный. А, туда пойдем, мини-клуб. Это ужин у нас. Овощи, мясо, говядина, курица, индейка. А, индейка на гриле, картошка, вон пидешка и пидешка. Пидешка лайнема. По фруктам хочу рассказать, что здесь и клубника лежит в свободном доступе, и груша. Грушку можно будет взять, ладно, попозже подойдем. Яблоки, абрикосы, сливы, апельсины даже есть, хотя сезон уже закончится, арбузы. Ну и тут повторяется. Богатый выбор очень, и баранина, и говядина, и вот эта турецкая кухня уже пошла. Здесь турки отдыхают, вот тут непонятно что, какая жижа. И сладости, вот даже пахлава есть, большой показатель для отеля. В принципе, я довольна. То есть, хочу сказать, что мясо в любых исполнениях есть. То есть и тушеное, и шашлык, и баранина, и говядина, и курица, и индейка сегодня у нас подается. Выбор большой. Кухня отличная. Вот такие вкусные креветки с кальмарами в соусе. Говядина. Сейчас оценим. Похоже на мягкую тушеную. Да, очень мягкая. Вот у нас индейка, шашлык. Осман есть макароны. И пюре с айраном. Для детей вот такой участок есть. Сейчас уже стемнело, а темнеет. Качели. Привет! Нет! Упадешь, замораешься, а ты красиво одета. С горки там грязно. С горки не катаемся. Просто лазим. Ну ладно, давай, валяй. Сейчас все соберешь, всю грязь. И шортики будут грязные. Шрахма? Ну, нет, вроде. Ладно, давай, валяй. Здорово. Здорово? Ты макака? Да. Обезьянка? Да. Не упади. Крепко держись. Это какая? Иди, там карусель есть. На карусели покатаемся. Иди. Ой, друзья, очень влажно. Как я раньше и говорила, что в Алании и в Анталии намного влажнее, чем в Мерсине. Мы приехали и прям вот потеешь, прям вот под, ну, вроде не так жарко, но ты прям вся мокрая. Камон. Садись, садись, еще девочки с мальчиком сядут. Села? Да. Да, держись. Держись. Так, не садись, сейчас упадешь. Повернись. Нет. Повернись. Оп. Сильнее. Сильнее?
Я не успеваю даже схватиться. Осман, давай, играй. Пара звонял. Береги партия. Вот партия на... Правильно, Осман. А ты откуда знаешь? Кайм болел? Откуда ты знаешь? Я знаю. А, меня включать. А, деда играл. Нет, 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 правильно. Здесь загоняют мячи свои. Ну, вот и вся территория, да? Там что? А, мы вот сюда еще не спустились, в это кафе. Вот здесь. А как туда пройти? Короче, лабиринт настоящий. А, вот отсюда надо с лобби выйти сюда. Маленькие. Два шага вперед. Два шага вперед. Один, два. Молодец. Все. И ты тут, где конь? Конь. Коня, ставь на черный квадратик. На черный. Вот. Молодец. Давай я тебе помогать буду сейчас играть. Я тебе сейчас помогу выиграть. Давай. Сейчас ДД сходит, а мы будем сейчас рубить. Подожди, подожди, я тебе подскажу, как ходить. Осман, не так. Поставь, я тебе скажу сейчас, что надо сделать. А через пешку не может ходить. А была я ромай мали? Оп. Оп, все, мы забрали, на, одну выиграли. Это мы у него отобрали одного солдатика. Все. Сейчас ДД ходит. Тихо, 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 тихо. Смотри, ДД как будет ходить сейчас. Тоже забрал нас. А мы сейчас, знаешь, как сходим? Я еще сходим. Смотри, мы вот так сходим. Как? Давай, вот эту сюда ставь. Ставь. Оп. Молодец. О. Молодец. Не трогай. Сейчас упадешь. Правильно, правильно. Все, не трогай ничего. А с обезняки? А, синяки мы. Точно. Хоп, теперь мы ходим. Подожди, подумаем. Мы сейчас подумаем. Подожди, подожди, подожди. Где она стояла? Покажи. Ты не видел? Вот. Давай вот так сходим. Смотри. Нет, я сам. Сейчас, подожди. Стоять, стоять, стоять. Вот это. Мне может лезть. Ходи, ходи, ходи. Ну давай, ходи. Нет, через фишку она не может. Давай конем. Нет, я. На, вот лошадку бери. Нет. Знаешь, куда ее поставь? Не знаю. Давай вот сюда на белую ставь. Я хочу сюда. На белую поставь. Да?
А, подожди, нет. Давай вот так. Где носки? Вот эту сюда поставь на белую. Два шага вперед. Один, два. Молодец. Так. Ждем ДД. Чего? Мячики гонять. Сегодня у нас какая-то вечеринка, а сегодня первый день праздника Курбан-байрама, и устроили вот шары, развесили праздник, живая музыка. Сервис есть, будет вести нас до пляжа и обратно. Поехали. Погода просто шепчет. Замечательная погода. Немножко ветерочек есть. Но видите, все в дымке стоит. Все в дымке. Очень высокая влажность. Даже турки, которые приехали с центральных районов Турции, спрашивают у местного населения, вот сейчас слушала разговор, как вы тут живете, это же невозможно дышать возможно, но просто выматывает то, что ты идешь, из себя все бежит, очень высокая влажность, я не знаю, все-таки наш регион Мерсин, он в этом плане лучше. Посмотрим, как там Осман ныряет. Дедушки Осман. Не получилось? Не получилось? Иди беги к ДД. У нас такой пляж, песочек. Здесь у нас раздаточный пункт. В обед можно будет здесь пообедать. Но мы решили, что обед пойдем в основное здание. Сейчас Осман катится с желтой горки на баллоне. Смотрим внимательно. Покатился. Ай,
где он там? Он застрял. Сиди, 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 сиди. Сиди, сиди, сиди. Мы пришли на дискотеку. Османчик будет сейчас веселиться. Садись сюда. Сейчас ты пойдешь танцевать. Подвинься чуть-чуть. Нет, он, я же простелила. Садись. Сейчас будет танцевать. Кызылкуля, Красная башня, город Алания. Вот такая красотень. Приехали мы перед отъездом домой посмотреть на крепость. Кызылкуля здесь. Шипьярд, пристань. Топхане. А что, сюда можно зайти, да? Катапульта.
интересное сооружение на колесиках. Я бы Сергея Ромайде. Нельзя трогать. Красивые строения, старые дома. Вот там, видите, да, вот это уже разрушается все. Разимарля вошла и Ларима. А народ гуляет, купается на фоне исторического места. Красота. Вход бесплатный. Ох, какая крепость! Бабах, бах, бах! Давай, дуатики, бах, бах, скажи. Где дуатика? А, дуатик испугался. У себя будем купаться. Нет, еще одна катапульточка. О, смотри, какая пещера здесь. Смотри, какие были здесь комнаты. Видишь, большие. А? Большие комнаты были, да, здесь? Большие комнатки были. А как они выглядели? Не знаю, лестницы были, наверное, из дерева. Наверху там до сих пор люди живут. Нет, Лола, мы сегодня купаться не будем. Почему? Ну, потому что времени нету. Почему? Видишь, мы с тобой гуляем, какой крепости красивые, видишь? Мама. Как о, пушки! Там... Смотри, пушки какие! Я вау! Мама, а сколько места он сказал на кассу приедет? Не знаю. Пойдем. Ну, какие пушки были уже у них, да, видишь? Да, пушки были. А, стреляли пушкалардан. Это тоже опять какое-то сооружение. А, это вот толкали и, может быть, взламывали что-нибудь, какой-нибудь вход. Нет? Не знаю, не могу сказать. Сейчас посмотрим, что там написано. Assyrian. Battering ram. Кошпаши. Да, они вон взламывали стены таким образом. Ай-е! Дуварлы, кара. Кежам и гузышлаян аралян. Сотанырға оңайлы бұсын, сендірін бе? Йоқ, тияқ. Тігеяқ там тұттылар. Йоқ, мұның білен бәлі тұрған. Да? Мүгіз білен, шай азылған. Осман, не упади. Бірен әрсе болған дұрынды. Нам кораблылар кіргенлер енді, күймелер. Найт, отсек-отсек, блен. Ремонтка. Ага, на. Сидишь, я сейчас фотографирую. Переведи пока на другую сторону.
ко мне обратно на селфи. Блин, где веретено какое-то. Такие корабли были, да? Огромные, да, корабли? Капец. Их сюда вот вручную поднимали, да? Вот, вот вода здесь закончилась. Стояли вот сюда. Здесь строили корабли сюда. Кто стоять? А ноги будут грязные потом. Ну упадет тетенька. Давай. Не ной, давай иди вперед. Не надо. Освещение сверху, да, все продумано. А там что? Человек есть? Нет, все там уже конец. Все, пойдем. Возьми его, я боюсь. Дай я Пашке руку. Мы в другую комнату пойдем. Ну все, мы пришли к концу. Здесь уже дальше закрыто. Ну да. Хамам. На гриштагнен. Посмотрим. Шишмесово. Сергей Рамайд пьезло. Нельзя пить. Да крыя Ремкин. Я райдру? Закрыто? 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 Лиман Алани. Еще повыше. Жанов, Кир, Пишев. Шында барам деймін. Какой-то пиратский вид, да? Карибский. Как там? Смотри, смотри, такой корабль. Смотри. Видел? Да. Ужас, да? Страшно. Чек за собачьим. Смотри, мама. Смотри, корабль. Осман будет выбирать футболку. Вот белые футболки выбирать. Нет.
футболки выбирай рисунок. Открывай, смотри, какой будешь. Сейчас, подожди, я тебе помогу. Давай посмотрим, какие здесь есть рисунки. А? Вот, вот смотри, лошадка есть. А? А вот это вот смотри. А вот это робот. Так, а какой? А вот этот вот страшный, смотри. Вот смотри. Кто это такой? Это дядя робот какой-то. А? А вот машинка есть, смотри. Такая. Будешь? Нет. Эту? Эту? Давай, иди рисовать. Бьют дельма? А, я кучек дельма? Да. Давай. Иди садись. Сейчас даст тетя. Тебе вот такие даст краски. Ты же будешь футболку рисовать, правильно? Это другое совсем. Все, последний наш день. Мы пойдем собирать чемоданы. А Аслан посидит в мини-клубе и нарисует себе футболку. Вот такой мини-клуб. Здесь есть кинотеатр. Они смотрят фильмы. Ты куда? Там туалет есть внутри. Детская игровая комната. Что ты будешь рисовать, Осман? Пони? Молодец. Сейчас тебе футболку принесут. Сейчас принесут. Возьми еще краску. Краску бери. Все, закончился наш отдых. Хорошо отдохнули. Сейчас пойдем грузиться, забирать Османа. Осман последний раз ходит в басик. Окунется, сполоснется. Пойдем пообедаем, господи. И унтаровка, унтаровка, иди. Мунакитейк. Там по лестницам, чтобы не ходить. И поедем домой. Какие у меня впечатления от этого отеля, от этого отдыха? Ну, море не рядом. Если не утомляет ездить на шаттле, раз в час ездит автобус, полный, переполненный. Вот, если вас не смущает хождение по лестницам вверх-вниз, если у вас верхние номера, то есть верхние корпуса, в принципе, для кардио тренировки очень хорошо. То есть это недолго. То есть вы поднялись, да, легкая такая усталость, но она быстро проходит. Вот, если вас не смущает шум, можете размещаться вот прямо тут. Возле всех вот этих развлекаловок. Отель семейный, отель для детей. Питание хорошее. И говядина, и баранина. Все присутствовало. И рыба. Рыба, конечно, не так, как хотелось бы. Не было таких
как креветки, кальмары были только в соусе в каком-то. В принципе, отдых нам понравился. Главное, это чтобы были счастливы дети. Посмотрите, какие здесь аттракционы для них. Мини-клуб. Осман должен был сейчас закончить рисовать, если, конечно, закончил. И пойдемте заберем Османа. Yaptı mı resmi nasıl acaba? Efendim? Resmini yaptı mı? Yaptı. Ha. Ha, tamam. Давай, показывай. Vay, какая красота. Burada Rus bir çocuk daha var. Onun arkadaşı olabilir bence. Rus mu? Evet. Aa, biz bugün çıkıyoruz. Maalesef bugün gidiyoruz. Evet. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bye bye de. Hadi teşekkür et. Bye bye de. Bye bye. Teşekkür ederiz. Evet. Aha. Держи, держи. Давай, посмотрим, как получилось. Вау. Одевай. Покажи, как это. Поверни вот так. Вот так. Держи. А, еще не высохло. Вот так представь. Тут тоже рисовал, что ли? Нет. Нет, вот так держи. Вау, как красиво. Посмотри на меня. Супер. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Тебе понравился отдых? Да. Ты отдохнул? Отдохнул. Ну ладно. Позагорал, покупался? Да. Покушал хорошо, да? Да. И главное, футболку нарисовал, да? Да. Умница. Успел, Котя. Да. Всем пока-пока. Всем пока-пока.